Здорово, друзья, Ревун, с вами мы продолжаем проходить третьего Ведьмака. Как вы помните, в прошлой серии мы пустились на поиски дочери и жены Кровавого Барона. Мы напали на их след, выяснили, где они находятся. Все это мы делаем ради того, чтобы он дал нам сведения о Цири, хотя мне почему-то кажется, что он врет. Как видите, мы продолжаем выполнять квест «Дела семейные», найти Тамару и дочь барона в Оксенфурте. Пока в Оксенфурт не полезем, потому что целая карта еще, как видите, не исследована. Еще множество мест, которые мы должны посетить, дабы поднять себе уровень. Много заданий не сделано. И сегодня мы с вами, пожалуй, начнем с того, что кокнем Кликотуна. У нас есть задание среди ведьмачьих заказов. Заказ на Кликотуна. 8 уровень. Нам, в принципе, должно быть близко к по силам. И я думаю, что, в принципе, мы можем пойти и убить этого парня. По-моему, еще у нас нету о нем ничего в бестиарии, но мы попробуем посмотреть. Нет, ничего нету. Довольно-таки пусто. Так что я предлагаю выдвигаться по этому квесту. Убивать эту тварь. Как вы знаете, из твари выпадают очень неплохие вещи. Это раз. И помимо всего прочего, из тварей выпадают очень неплохие трофеи. Ну, Геральт отпиливает им голову, они там что-то дают. Секундочку. Он не может отпустить нас просто так. Тряпичную куклу? Ага. Заболтался, совсем забыл, во что мы здесь играем. Так. Ставим маркер. Ну и двигаемся, наверное, по маркеру. Посмотрим, где эта дрянь обитает. Так. Откровенно говоря, я уже и не упомню, кто давал нам этот заказ, но сейчас нам, возможно, напомнится. Человечка здесь какой-то сидел. Да, вот поговорить с заказчиком. Сейчас мы заказчика-то и увидим, скорее всего. За какие грехи наказали меня боги такой компании? Ага, вот он тут сидит, синеньком такой. Да, зовут его Числав, и проблемы у него, да. Ну? Я слышал, здесь у вас завелось чудовище, которое вы зовете Кликотуном. Ну да, завелось. Коров таскает, коз. Если человек попадется, тоже не побрезгует. Бажуй, а он у его милости в охотниках служил, сказал, что с него хватит, и что он эту бестию прогонит. А-а-а. Взял топор и сел в засаду на Кликотуна. За рвом со стороны полей. А там его и нашли. Кишки по всем веткам растянуты были, как осенняя паутина. Полдня мы его в могилу собирали. Ну чё, нормально? Самое был время, у вас охотник, а стал пазл. Кто может рассказать о нем побольше? Может, Шимка? Это сын Бажуя, того, что сгинул. Так с ним тяжело будет разговаривать. Он еще по отцу не отгоревал. Понимаю. Где его искать? Да тут он! В моем хозяйстве крутится. Мать его давно померла, вот теперь отца потерял. Вот я его и пригрел. Ну, давайте поговорим. Да, конечно. Может, поговорим? Оставь меня! Успокойся, я... Оставь, говорю! Я хочу отомстить за твоего отца, но для этого я должен понять, что его убило. Кликотун его убил. Ты что, не слышал? Мне это ничего не говорит. Опиши, как он выглядел. Вроде петуха, только здоровый. И хвост, как у ящерицы. Я...
Я слышу, наш Бобик в лесу заливается. Побежал посмотреть, что там делается. Гляжу, а тут дядька в кустах лежит. А в животе у него дыра. И стонет, и кричит. Я хотел помочь, но как? Как? Спокойно. Спокойно. Будь здоров, малыш. Ну что, история, конечно, пригрустная. А это значит, что... Видимо, нам пора. Неплохая работа моему Любушке подвернулась. Пойдем, вроде, пощекотать. Лекатуна, кстати, интересно, не появился ли он в бестиарии? Ну, хочется понимать, хоть к чему нам готовиться. Бестиарий. Нет. Лекатунов что-то не заводит. Это он проклятый. Ладно, нет проблем. Лошадь, что ли, взять? Взяли, сука, себя обработать, как новиградские девки. Чего удивляться? Сами с ведьмаком. Так. Топец. Топец занудный. Давайте-ка его это утопим. Ну что, паскуда? Ну, тусит здесь между дорог. Не знаю, никто его не убивает, всем как-то пофиг. Наверное, нужно его бы забрать. Ну, собственно, мы и забрали. И ничего в тебе не было. Уж не утопится. Никаких тебе бонусов и преференций от этого парня. Тоже. В конце концов, это не самое важное. Что мы делаем? Мы должны найти место нападения кликутуна на охотника, ну точнее охотника на кликутуна, как он думал. И, наверное, пойти по следу этого парня, как обычно это бывает. В третьем ведьмаке, используя, видимо, ведьмачье чутье. Чутье мое. Хотя, вон, все написано и так. Все понятно и без глупых пояснений. Ага. Вот мы дошли. Вот я уже вижу круг. Давайте посмотрим. Вот что там. Ага, вот трупак. Трупак. А, это собачка. Морда в крови. Дрался до последнего. О, ага, вот следы. Следы. Здоровый. Ничего себе похож на петуха. Следы путаются. Монстр зашатался. Наверное, он был ранен. Так-так. Точно ранен. Видите, кровь. Кровь монстра. Так, и дальше мы идем по следу. По следу. Ага, вот он вышел на берег. Пошел к воде. Цветочки. Не забудем. И, видимо, вот здесь где-то пошел. Вот, ага, точно. Ошибки быть не может. Цветочки в помощь даже в чем-то, да? И дальше, дальше. Ага. Так. Круг поиска двигается. Значит, мы идем в верном направлении. Да, вот еще следы. Так, какое-то строение. Давайте заглянем. Что здесь такое? Я гляжу вслед, ничего тут нет. Так, так. Метка пепелища, ага. Вижу. Сундук. Давайте сундук слазим. Ага. Улучшенные штаны школы Грифона. Что такое штаны школы Грифона, я не знаю. Но явно нам на этом пепелище нужно искать
Не нужно искать ничего, короче. Отвлеклись. Вернемся к следам. Следы есть? Ага, вот здесь можем осмотреть. Следы ведут в пещеру. Куралиск. Куралиск. Ага, все, вот, появилась статья в бестиарии. Немедленно сохранимся. Давайте почитаем, что нужно на Куралиском. Б, наверное, бестиарий, да? А вот, дракониды, кликатун и куралиск. А, кликатун это чудище, терзавшее обитателей Вронец, оказалось привредным куралиском. Геральт не удивлялся, узнав, что люди барона не смогли остановить его, что они могли сделать против хирургической точности его ударов, рассекающей артерии, вызывающей столь обильное кровотечение, что... Ага, значит, он нас в первую очередь кровотечением будет фигачить. К тому же не знали они, как заставить тварь опуститься на землю с помощью арбалета, бомбы или знака, а затем увернуться от его... от разъяренной бестии, сделав кувырок под его расправленным крылом. Ага, ну, как драться с ним нам рассказали. Нам нужна будет бомба, нам нужно будет масло против драконидов и арт. Ребят, вам с маслом у нас, по-моему, проблема. Потому что такого масла я не помню. Можно будет, конечно, поискать рецепт. Так, ну где-то. А, следы все еще здесь. Еще норм. Самого не вижу. Тут валяется. Ага, тут трупы. Звук откуда-то сверху. Подожди. Сейчас мы посмотрим, что здесь есть. А потом уже будем заниматься звуком мародерства. Прежде всего. Так, звук. Ага, вот он. Значит, выкурю его бомбами. Так, бомбами. Отлично. То есть залезть туда мы не можем. Можем выкурить его бомбами. Какая нам нужна была бомба? Нам нужна была бомба. Вот это, картечь. Такой бомбы у нас нету. Значит, надо ее создать. Чтобы ее создать, нам нужно залезть вовсе даже не в алхимию, а очень даже в ремесло. Ремесло? Не ремесло. А что у тебя? Как так-то? Умение персонажа. Задание, карта мира, рюкзак. Нет, все-таки... А, вот, в алхимии, конечно. Картечь, не хватает ингредиентов. А, кальциум и кум. Один у нас есть, одного у нас нету. Ну, что я могу на это сказать? Надо его найти. Есть мнение, что он имеется у травницы. Но в травнице еще нужно попасть. Чтобы к ней попасть, нам нужно как раз-таки... Вот здесь мы нашли. Мы нашли указатель на пепелище. Как вы только что помните. И если такого полезного ингредиента, как кальциум икум, у нас нету, мы с вами можем смело отправиться к знакомой травнице. Знакомая травница у нас была в Белом саду. Это я помню ясно. Вот здесь она была. Наверное, на лесопилку мы прыгаем. Самым важным событием во время пребывания Геральта. Там закупаемся и все, идем убивать. Гоу, нет проблем. Ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Йеннифер, Геральт отправился на поиски Цири. Так, травница и обратно. Окей, и надо будет не забыть... Вообще очень неясно, что у нас с едой. Нам бы еды какую-нибудь сделать себе. Нам бы очень пригодилась хоть какая-нибудь еда. Это совершенно точно, потому что, по-моему, у нас только алкоголь остался. А это не очень хорошо.
Так, ну давайте подряд. Ласточка у нас есть, о которой писали в бестиарии. Так что, если что, мы вылечимся, наверное, проблем не будет. А вот с едой проблема. Так, Тамира. Узнаем ее. Да, привет. Травы на продажу. Уже есть какие-нибудь травы на продажу? Кое-что найдется. Давай, кое-что показывай. Вот, кальций мыку, нам нужна одна. Это, конечно, у тебя душечка, то надо. Прямо таки скажем. Сразу, наверное, можем и создать, да? Ага, точно. Так, теперь бомба у нас есть. Можно попрощаться. Будь здорова. Так, давайте посмотрим, что с едой. Еды у нас, по-моему, не сады. Где она вообще? Как и фигни вагон. А вот с едой, да, как-то вообще не зашло. Это что такое? Просто масло, которое используется для создания масла. Веданская светлая. Пушка это для того, чтобы смотреть в темноте. Ну, в общем, нет еды у нас, ребята, нет еды. Можно было бы, конечно, где-то сходить пофармить. Но, наверное, ради такого дела мы сходим в магазин. Так, стоп, в магазин, подождите. Да, мы сходим в магазин, безусловно. Вот что мы сделаем. Во-первых, мы помним, что в замке барона были апгрейды для брони и оружия. Это раз. Во-вторых, там действительно был магазин, где можно купить еду. В-третьих, нужно не забыть помедитировать и положить бомбу в инвентарь, а то будет как всегда. Как всегда. Так, поэтому сначала мы летим в замок Вроницы. Это раз. Агентом по имени Гендрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о цели. Однако Геральт не смог добраться до Гендрика. Его опередила дикая охота. На месте ведьмак обнаружил только тело агента. К счастью, призрачные всадники не добрались до его заметок. Прочитав их, ведьмак узнал, что Цири гостила у хозяина этих мест, кровавого барона, и повздорила с какой-то ведьмой. Так, ну это мы все слышали много раз. От этого, к сожалению, не избавиться. Так, очень быстро мы врываемся в замок, дабы купить немножечко еды. Так, торговец здесь есть? Я правда не помню, ты едой торгуешь, дружище? Самогону желаете? Нет, лучше бы пожрать. Сыру. Товар у меня немного. Но все отличное. Давай, заноси. Покажи мне свои товары. Покажи мне свои товары. Ну, да, норм, что нам больше-то и не надо. Лук воды 41. Луковица. Хлеб 17. Ладно, хорошо, хочешь жить, умею вертеться. Так, воду или хлеб? Да давайте воды купим, 5 бутылок, да и все. Все, прощай, здоров в смысле. Будь здоров. И давайте-ка переложим все, куда нам положено. Здесь у нас самум, а нам нужна картечь, это раз. Во-вторых, что касается шкафчика, нам нужно вот так сделать. Картечь, хорошо. Выберем ее себе. Вот так. Нет, я сказал выберем. Если я сказал выберем, значит выберем. Так, у нас их целых две. Отлично, это очень хорошо. Легкая медитейшн. Давай-ка. Изи. Просто чтобы восполнить ласточку.
Ласточка восполнила. Все, 5 бутылок воды. Ласточка. Бомбы. У нас все есть для того, чтобы уничтожить кликатуна. Теперь мы должны проапгрейдить оружие. Было где-то рядом. После этого уже выходить на охоту. А твое бледное рыло людей не бесит? Бесит. Так. Ага, это вот здесь. Там вот справа это... Как они здесь его называют? Забыл. Ну, в общем, человек, который делает доспехи, вылетело из головы. Какое-то дурацкое слово они придумали. Так, здесь мы грейдим оружие. 15 минут у нас не будет проблем с оружием. И где-то здесь еще был стол, на котором можно... Уж не этот ли? Да, вот. Использовать доспех. Если улучшить. Все. Больше нам не надо ничего. На лошади ехать не хочу. Побежим пешком. На своих двоих. Все, задача наша простая, это пойти и убить кликатуна. Все для того, чтобы это сделать, у нас есть. Помним, что нужно делать какой-то кувырок под крылом, видимо, чтобы он нас прямо не убил. Ну, откровенно говоря, мы все делаем кувырком, как вы знаете. Поэтому мы просто перемещаемся и все тут. Будьте здоровы. Ну, одно хорошо, нету здесь никакого уже совершенно дерзкого утопца, который здесь лёндрал. Ведьмака эти ребята не любят, им бы, конечно, бошки бы пооткрутить, да мы не злые, просто так людей не убиваем. Я не GTA. Так, ну и остается какие-то 200 метров для довремени че. Так, знак. Очень важно взять знак арт. Потому что написано, что он помогает. Ну, вообще, да, логично, что на дракона с огнем охотятся как-то глупенько, наверное, да? Ну и обмануть его пытаться тоже, наверное, нелепо. Из того, что мы знаем на общих основаниях о драконах. Наслаждаемся природой, вспоминаем, какие мы клевые парни, готовимся уже нанести разящий удар, срубить немножечко денег и быть молодцами. 100 метров остается, немножко травы. Так, ну вот здесь уже пещера. Нам нужно тут только найти вход. Вверху, по-моему, все-таки не пробраться. Можно, кстати, было выбрать указатель. Я что-то забыл. А, слышите? Клекочет. Хе-хе. Так. 12 минут у нас на все про все есть. Чтобы с улучшенным доспехом и улучшенным оружием воевать. Все, мы буквально уже на краю пещеры. Давайте сохранимся. Все, погнали. Начнем с бомбы. А где он? Ч-ч-ч-ч. Ну-ка. Не вижу. Не слышу. Еще разок. Эй, кликатун. Бивись, покажись. Пропал куда-то. Боишься, что ли? Не бойся, нормально. Вот только что был. Зад бомбу-то бросать, да? Да, точно. Ха-ха, угадал, класс. Все, он вылетел. Он сбежал через другой выход. Погнали. Надо его поймать, пока он рядом. Ничего себе, себе он огромный. Здоровенный драконище, смог прямо. Так, ладно. На самом деле огромный. Ну давай, огромный. Сейчас тут еще одна бомба есть. Так что давай на посадку пока. Вот это тебе. Сразу в подарок.
Что ты полетел куда-то? Не надо улетать. Не надо, останься. Кудахчет что-то. Тут кудахче не кудахче. Дядя Ведьмак тебя порежет. Или ты его порежешь, не знаю. На еще. Куда? Назад. Не улетать. Разрешение на взлет не давали. На тебе еще. Выхватывай, выхватывай. Ай. Крылья у тебя действительно что надо. Ну все, 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 полегче. На. Финиш хим. Да, да, еще пару ударов. Фуф, да мы справились, ребяточки. Вы видали? Что бывает. Поздравляю. Открываем. Доставаем. Панцирь чудовища одна штука. Слюна чудовища одна штука. Язык чудовища одна штука. Желудок куролиска одна штука. Яйцо куролиска. О, интересненько. Мутаген куролиска. Краснолюдский топор. Это, видимо, тот топор, с которым ходил этот охотник. Трубка. Он еще и курил. Вот не курите, и тогда куролиск вас не убьет. Череп. И трофей куролиска. Шикарно? Шикарно. Отрезать ему бошку. Повесить на седло. Давай. О, плотва уже здесь. Как знала. Так. Изи. Вообще никаких проблем. Убежал единственное далеко. Ну давайте до указателя на пепелище подъедем. Просто подъедем. И уже перекинемся в замок. Здесь где-то был указатель. Сдадим квесты и будем молодцами. И потом нас... вами ждет путешествие по карте. Будем, небось, опять мочить каких-нибудь утопцев. Но без этого никак, видимо, в этой игре. Так, нам вот сюда. К замку. Квест закончим. Если бы не хозяин, то что неплохая работа моему любушке подвернулась. А ну, конечно. Вот он, Чеслав. Привет. Ну. Кликотун вас больше не тронет. О, спасибо, мастер ведьмак. Будьте любезны, ваша награда. Немного. Вот, как говорится, курочка по зернышку, а? Куда так-то? Ну что, у нас есть два варианта. Деньги взять и отдать их в фонд детей без отцов, то есть для Шимка. Я за первый вариант, друзья мои. Проявим сегодня гуманизм, как вы считаете? Давайте проявим. Сохрани эти деньги. Ты взял под свой кров сироту, так что тебе золото пригодится больше, чем мне. Говорят, ведьмак не человек, чувств не знает. Спасибо вам. От всего сердца. Пожалуйста. Ну, на этом мы, пожалуй, закончим прохождение квеста «Заказ на Кликотуна». Закруглим эту серию, друзья мои. А в следующей сразу же начнем обходить карту по кругу и выполнять уже побочные квесты. Для того, чтобы взять, наконец, шестой, а может быть даже седьмой уровень и идти уже дальше по следам Цири, то есть по основной сюжетной линии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, надеюсь, видео вам было полезно и не очень и очень длинно. С вами был Ревун, пока, до новых встреч!